Александр Константинович Тумаков родился в июне 1922 года в Атюрьевском районе Мордовской республики. Когда началась Великая Отечественная война, ему было всего 19 лет. В июне 41-го юношу призвали в армию и отправили в Белоруссию в город Витебск. Привезли, там Боровух первый, вот помню. Сейчас стало забывать, что такое, а тогда помню. Боровух первый, вторая. Вот, про танк рот проходила. Его надо ветками замаскировать, нас везли, замаскировать, чтобы танки шли и сразу вот в кувет. А он как налетел, как начал нас крошить, кого убьют, кого ранят, воздух, мы ползком. Ну, значит, побыли, кто жив остались, помаскировали день, нас оттуда погрузили опять из Полоцка и в Калининскую область привезли. После молодого бойца отправили служить в город Дзержинск, где Александр обучился на подрывника. А в начале августа 41-го ребят послали на фронт в Смоленскую область. Ну, привезли на фронт, рассказать, как под танки бросать гранат под танки, бутылки с горючим, если будет. Я тут стал пулеметчиком на Максиме, пулеметом 64 килограмма. Ну, был я третьим номером, коробки подносил. Первый стреляет, второй заряжает, а я как коробки подносил. Александр Константинович вспоминает, как в июне 41-го его рота попала в окружение. Несколько месяцев они жили в лесу, питались ягодами, грибами, щавелем. Однажды Александр Константинович и его сослуживец решили пойти в ближайшую деревню за продуктами. Приходим в деревню, мы в эту деревню, и немцы даже идут на берег, курей там, идут пять человек. Я политрупу садился картошку копать у меня, а я переделся военно, 18 лет, 19 шел. Колхозным бартаком сижу, все. Один шел, нашел карандаш, подходит ко мне, дает карандаш, немец. И спрашивает там, сколько, а я так вот в углу стою. Он как разлетелся, как меня схватил за грудь. Я в угол. Легкая смерть была, когда я в угол. Партизан бьет меня в угол. А эти смеются, человек 20, немцев-то. Лупит и все. Я маленько туда помню, говорю, хаос мой, папа, и хорошо мне спал, сасу брали, вес может, живых он или нет. Переводчик, он им гыр-гыр-гыр-гыр, отпустили, ушли. Я говорю, на фронте не погиб, вот тут. Только нажал бы мне спусковой крючок, легкая смерть была. Только в начале 1943 года район был полностью освобожден нашими войсками. За нарушение присяги и недостаточное сопротивление врагу в окружении рядового Тумакова отправили в 141-ю отдельную штрафную роту, которая действовала в полосе наступления 88-й стрелковой армии. И вот, как сейчас помню, это уже мы под Оршей были уже. Белоруссию уже. Ну, хорошо, мне дали только один месяц закружение. Дали месяц. Ну, я недолго, правда, был. И нас, значит, рыть блиндажи начали мы туда. Александр Тумаков участвовал в освобождении Смоленской области, Белоруссии, Латвии, Польши, Восточной Пруссии. Победу встречал уже в Праге. После войны Александр Константинович отучился на связиста в Венгрии. Потом отправился служить в Россию в 7-ю Севастопольскую бригаду морской пехоты Черноморского флота. А в 1947 году приехал в Саров, где устроился шофером. Сегодня Александру Константиновичу 97 лет. Ветерана множество наград, 2 ордена Красной Звезды, 2 медали за отвагу и 1 за боевые заслуги. Но самой важной наградой в жизни он считает свою любящую семью.